В афганском Кандагаре убиты 5 женщин, которые служили в охране местного аэропорта. Неизвестные на мотоциклах открыли по ним стрельбу, когда те ехали на работу. Позже представители властей пояснили, что убитые занимались досмотром пассажирок, вылетающих из Кандагара, и находились на контракте в частной охранной компании. Мой старший брат был водителем этой машины. Он ехал к аэропорту и вез 5 или 6 женщин, которые там работали. Все это происходило сегодня рано утром. Власти предполагают, что к нападению могут быть причастны боевики Талибана, отрицающие право женщин работать вне собственного дома. Спустя 1,5 десятилетия после свержения режима талибов Афганистан остается одной из самых опасных для женщин стран. Это несмотря на то, что восстановление их прав было одной из главных целей прозападных афганских правительств, находившихся у власти после 2001 года.